Всем доброго дня. Так, сегодня вот у нас такой маршрут. Хотим показать вам. Вот карта Иваньковского водохранилища. Мы сейчас находимся вот здесь. Видно мой палец? Вот. И мы сейчас поедем вот по этому маршруту. Вот в этот залив. Это называется Митинский залив. Так, видно мой палец, да? И вот мы сюда заедем до самого его конца. Посмотрим вообще, что там. Насколько мне известно, по этой стороне сейчас очень много построек. Там построили много домов. Москвичи в основном. В одном месте даже стоит самолет. Сейчас посмотрим, туда съездим. Вот, Иваньковское водохранилище, Митинский залив. Поехали. Это Митинский залив. Не нашли моего. Давай, трава тут. А? Трава тут. С нейтрали. Цапля. Вот это уже Митинский залив натуральный. Вот здесь я картину рисовал, вот она, да? Вот он и есть. Туда дальше не проедешь, он кончается как бы. Там хатки, смотри, даже, да? Видишь, бобрины? Ну да. Офигеть.
Вот это натуральный Митинский залив. Кто? А, сельдер. Ну, вот здесь ночевать можно, да? В принципе, здорово. Кстати. Ну да. Ну, здесь ночевать можно. Значит, то видео у нас будет Новосельский залив. Вот, кстати, еще сельдер, смотри, Вань. Прямо. Нет, вон. Нет, поменьше, вон. Да? Здорово, да? На нас плывем, да? Вообще прям фигачит. Селитер. Да? Кажется, да? В общем, вот это Митинский залив. Теперь мы разобрались. Мы сейчас находимся в Митинском заливе, а тогда были в Новосилевском. Ну, теперь будем знать. Давно я просто здесь не был, в этих местах. Кстати, здесь пощелкай еще, Вань, пофоткай. Здесь еще не фоткали.